Нашла я в морозилке. Один листик у меня остался. Я, кстати, совсем про него забыла. Слоеного теста. Кстати, вот это слоеное тесто мне не очень понравилось. Какой-то привкус маргарином, что ли. Ну, вот он может быть специально для пиццы тут нарисован. Ну, просто слоеное бездрожжевое тесто. В общем, этой марки я больше брать не буду. Но из этого вот листика получается 4 уголочка. Я буду пиццемейкере печь. Мужу сделаю 2 уголочка с изюмом, а себе с грибами и с сыром. Шампиньоны сейчас обжарю. Ну, немножко у меня 2 шампиньончика обжарю с луком. И потом сыр добавлю. И будет вкусно. Я что-то сладкого не хочу, а хочу вот что-нибудь такое. Что-нибудь вот такая. Вот здесь у меня немножко прям грибочков. Сейчас из них вода вытопится, добавлю масло. И вот здесь вот немного лука. Ну а потом сыр потру уже в готовые. Ну, вернее, когда в уголочек положу начинку и потру еще сыр. Так, что там с моими уголочками? О! Уже готово. Нужно выключать. Сыр уже даже через верх полез. Такие, а с изюмом более такие скромненькие. Эти такие пузатенькие. Даже вот один лопнул почти. Делаю ленивые голубцы. У меня тогда фарш остался. Когда я фаршировала перцы, там их было уже с рисом, со всеми специями. И остался фарша немного. Осталось, я его заморозила. Вот сейчас мелко порезала капусту, добавила яйцо, еще немножко подсолила. Вот, сейчас они обжарю и добавлю томатной водички. Вот у меня такой вот соус долмио есть. Я его разведу с водичкой и залью. И буду не в духовке, а просто вот на сковороде. Пускай они на тихом огне так и тушатся до готовности. Вот такая, такой у нас будет сегодня ужин. И вот хочу вам показать, которую я подставочку купила в фикс-прайсе. Вот она. Видите, иногда вот эти вот у нас фужер, стопка все время стоят здесь. Уже как опрокинули их, так и стоят. Ну, где-то крышку какую-то, чашку опрокинуть. Хотя вот такая вот сушилка. Ой, у меня же, как всегда, машинка стирает. Там вот эти бокалы, здесь тарелки. И вот ниже, видите, какое большое пространство. И это очень удобно. Давно такую искала, и вот она появилась в фикс-прайсе. Хорошо. Ну что, продолжают они тушиться. Я их перевернула и решила добавить в бульон лук, морковь и перчик. Так что пусть тушатся, будет потом с бульоном гораздо вкуснее. Вот такая вот красота получается. Дорогие друзья, сегодня пришел мой заказик. Я в Валберес что-нибудь да закажу. В этот раз заказала все нужное и полезное. Вот такой вот боярышник сушеный. Все здесь что-то не на нашем написано. Сушеные ягоды 400 грамм. От алтайских фермеров. Ягоды боярышник 100%. В общем, ну, буду заваривать. Для сердца полезно, для сосудов. Вот. Вот такой вот продукт. Заказала еще коэнзим Q10. 1-2 капсулы в день. 60 капсул. Вот. Здесь, по-моему, с чем-то... С чем тут, я уже, честно говоря, не помню. Он же должен быть с каким-то маслом.
Так. Сейчас я посмотрю и вам скажу. Ну, что-то там на сайте было написано. Здесь вот именно на баночке не написано. Не знаю, только коэнзимы там всякие эти. Ну, антислеживающее вещество, еще что-то. Ну, как, не знаю. Ну, в общем, хочу в Турции посмотреть коэнзим. Ну, вот пока такой купила. Красота. Сердце. В общем, что здесь такое еще написано? Опять снова не вижу ничего. Ну, в общем, покажу вам. По цене, конечно, так средне. Вот, конечно, бы хотелось на, ну, должно быть там что-то, как какие-то жиры, что ли, быть. В общем, не знаю. Вот заказала такой, в общем, по отзывам хвалят. Так что попробуем, ладно. И вот такое вот масло ши с маслом маракуйи для лица, для массажа лица. В общем, для молодости захотелось мне масло заказать. Вот такое вот масло. Надо сейчас понюхать. Вот такое вот масло очень приятно пахнет. Ой, очень приятно. Ну, не только для лица. А масло ши, оно не забивает поры. Если взять, например, кокосовое масло или жожоба, по-моему, тоже немного поры забивает. Но его лучше смешивать с чем-то. Хотя тут тоже оно смешанное, но оно уже как бы готово к применению. Для зрелой кожи питает, восстанавливает, разглаживает морщинки. Вот так. Ой, очень понравился аромат. Приятная вещица. Вот такая моя покупка на этот раз.